В управляющей компании ЖСК новый генеральный директор. На должность назначена Анастасия Казанцева. Она родилась и выросла в Красноярске. В последнее время возглавляла управляющие компании в Москве и Подмосковье. До этого в Красноярске занимала должность заместителя директора компании Home Service, которая принадлежит Ирине Сидоровой, маме Анастасии Казанцевой. На прошлой неделе в СМИ появлялась информация, что якобы Сидорова и должна стать новым руководителем ЖСК, а компании планируют объединить. Сегодня Анастасия Казанцева прокомментировала эту ситуацию. Она сообщила, что ни о каком слиянии двух компаний речи не идет. Они были и остаются независимыми друг от друга организациями. Однако Home Service демонстрирует высокие стандарты качества, которые планируется внедрять и в этой управляющей компании. Я рада вернуться в свой родной город. Я прекрасно понимаю и знаю специфику работы в жилищно-коммунальной сфере своего города, города Красноярска. Также я прекрасно понимаю всю зону ответственности, которую беру на себя, соглашаясь работать в одной из самых крупных компаний в жилищно-коммунальной сфере в городе Красноярске. Мы знаем, что есть жалобы на оказание предоставляемых услуг по содержанию по текущему ремонту. Поэтому в ближайшее время мы намерены меняться как во внутренней, так и во внешней среде. Но все это будет происходить на благо наших жителей. Отмечу, Анастасия Казанцева первый за последние годы директор ЖСК, родом из Красноярска. В настоящий момент эта управляющая компания обслуживает более 1600 домов в нашем городе. Это треть жилого фонда Красноярска.